коровы на этой скале. Ты чего? Это не бизоны? О, здоровые какие-то. Какие-то крупные. Они зубры, а то сейчас как раз гонят нас. Тут деваться от них некуда. А вон там пастух. Или пастух стоит на самом этом краю. Или кто-то тоже козел какой-то. А вон там, ага, еще вон видно. Ну, что, ты видишь их? Да, ну, сейчас сложно определиться здесь, что это такое. Да, я погляжу. А брюкзак надо облокачивать. Вот бинокль не взял, а? Да туристы, наверное. Нет, да не, какие туристы. Лошади. Хвостами машут или нет? Нахрен, я же зрение, у меня тоже вон тут. Самое главное, чтобы не зубра, а то будем тут скакать тогда. А, мы туда не пойдем. Мы пойдем хуже полу. У кого зрение получше? Ну-ка, гляньте. Поля. Подойди. О, глянь, сверху еще один вышел. Это не пастух, это там кто это? Сейчас 6 штук. Да вот непонятно, кто это. Рыжие какие-то. На зубров как бы а не на похож. Пастуха. Вот, кстати, я один раз смотрел фильм про зубров какой-то. Ну, это, может, не пастух. Его. И именно он показывал моста. Слышишь. Может, добежать туда? Я добегу, подожди. Ну да, теперь надо бежать. Вот эту ложбину снимать. А, отлично, ложбина. Вон там. Вот. Угу. Так, вот это вот. Вот прямо чуть левее, вот это они там.
еще их не вижу. А вот они прямо в центре, наверное, сейчас находятся объективы. Вон он. Да, прямо в центре. Одни чуть правее по экрану. Видишь их? Да, вот они все три в кадре. Вот они прям. Еще можно приблизить. Yes. Все. Вот они в кадре как раз. Ну, а было две, нам другие. Да, это другие. Хрена себе, сколько много. Пещера, пещера. Мы туда не полезем. Правильно, пещера. Это восточная воротина. Вот давай я сейчас скажу, где север находится, а потом ты скажешь. По всей тропе сосняк спилен. Кто это делал, интересно. Это уже очежбок впереди. Это очежбок что-то у ворот. Очежбок. Вот такая вершина. Поднялись на вершину. А это вот здесь вот это ущелье внизу. Вот, вид вот в основание на север. Вот подъем такой, тут километр. Вот отсюда, дядь Миша, снять, вот можно, вот туда ущелье пошло, вода стекает. А. Вот здесь еще идти и идти. А я до самой, до вершины вообще. Очень большое расстояние. Я босиком иду с самого низа. Пещера. А там ледник, лед еще в глубине. Ворота оскалились зубьями своими. Это восточные отроги, восточная вершина. Блин. А вон там будка какая-то внизу, видите? Да, видали. Балаган, наверное. Будка 40 на 20 размером. Чижбок и его правая оконечность. А далее он наверху тхач. Босиком с самого основания Чижбока. И пришли, наконец-то взяли вершину. 2600, 2700, да? Чижбок. А? 2400. А, я думал больше. 455. Очередная вершина. Это веха в судьбе каждого. Юра слева, Роман следующий и Коля справа. Вот это они, наши сегодняшние герои. Наверное, пару слов скажут. Они счастливы, да? Вы счастливы? Ты счастлив по ним, и только немного завидуешь тем, другому как вершину еще. О, ну как? Стихи сразу выскакивают прямо, как у Владимира Высоцкого. Козла очень снял. А Гиге с высоты чертовых ворот или Очежбока? Вот по этим вершинам мы сходили одна с одной. Пришли сюда, со стороны Чайгоры Бамбаки. В ручей. Вот это Очежбок, наверное, ручей. Хорошая вода, большой, большой поток воды. Это... Западный Очежбок, все его вершины, отроги, такой он величественный, своеобразный, можно часто встретить это изображение в интернете. Асбестовый тхач, малый тхач и скальный. Осторожно. Да вон туда лучше выйти, на ту сторону.
Вон тропа, видно, идет на Тхач. Хорошо ее здесь видно, она. Дорога не близкая. Да, возможно, там избы нету никакого. В сторону Багарской, Беслиневский. Вот здесь через боку чай. Речушка войдет. Тхач. Низовье под Чичбоком. Каньоны. Далее бамбаки вон туда, большие бамбаки. Джуга вон. Скирда. А это вершина Чичбок Чотоворот. Скирда. Адыгейская территория. Малый Тхач, 15 километров длиной. Весь этот комплекс. Он уже завалился спать на самой вершине чертовых ворот. Едва разбудили. Сегодня число 11 или 12? А, 12, по-моему, да? 12 сентября. 12 год. О, 17 год. Человек. Вот такой талисман берет каждый память о том, что побывали на Чичбоке. Скорости, скорее всего, по камешку разнесут весь этот Чичбок. Как узнают, что существует такая традиция брать камни. Проблем тогда не будет для восхождения, мучения подниматься сюда. Уже вечер, и мы снова видим там глубины гор на горизонте, пасущихся оленей. Либо это олени, либо туры. Ну, туры нет, маловероятно. Это лань или олени. Вот сколько их там. Вот сколько их там. Стадо. Так, сейчас посчитаю. Раз. О, у меня много, много, не могу посчитать. 15. Нет, больше, больше. 24, 5, 6. Короче, много, очень много. Это мы их утром видели. Они скрылись за горизонт. Вот сейчас вечером, возвращаясь обратно, снова мы их видим. Они пасутся здесь. Здесь им удобно, обрыв. И в случае нападения неприятеля, медведи, волк, они срываются и несутся в ущелье, тем самым спасая себя. Вот такие дела, такие вот. Это мы уже вернулись через Бока. И снова вот тур. Сегодняшний день просто весь день мы видим стада оленей пасущихся. И чего еще мы видели? Козлы, да. Четыре козла. Да, четыре, по-моему. Один сбежал потом. Закат за чертовы ворота. Ну, буду снимать, батарея разрядилась. Все. Окрасила багрянцем острова чертовых ворот Чичбока, западного Чичбока. Вот он, багрянец. Все. И солнца нет.